Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы стоим на берегу Черного моря в Одессе. Я вас приветствую. Мы с Владимиром гуляем, весенний день. И хочу поговорить с вами о красном цвете. Скоро грибовка, скоро букет маков огромный, красный, алый. И вот этот цвет, который нам встречается по жизни очень часто. Давайте вспомним, кто красного цвета у нас. Конечно же, букет маков, конечно же, гранат разломанный, конечно же, красный апельсин, конечно же, яблоки красные, Джонатан, так? И, конечно же, наше сердце, оно красного цвета. И вот этот главный орган нашего тела нуждается в том, чтобы мы ему помогали немножко. Я сейчас вам расскажу маленькое упражнение из такой науки, как Джуньон Цигун, которой я пользуюсь для того, чтобы укреплять свою энергетику и мудрость, как ни странно. Возьмите, пожалуйста, правую руку к себе, левую сверху, а мужчины наоборот, левую к себе, правую сверху. И положите на область, там, где находится ваше сердце. Вот оно. Здесь же находится наша вилочковая железа, которая вырабатывает вот этот самый иммунитет, который нам не дает заболеть никогда. Иммунная система к старости делается слабой, поэтому мы должны ей помогать восстанавливаться, чтобы не болеть, когда приходят года. Да? И давайте мы сейчас с вами проведем такую получасовую медитацию. Полчаса надо это делать. Закройте глазки, пожалуйста, расслабьтесь, сядьте где-то на кресло, расслабьтесь и под вашими руками посмотрите красный огненный шар, как заходящее солнце. Вот на вдохе сделайте этот шар в сердце больше, как солнце заходящее, на выдохе маленькое зернышко, гранатовое давайте. Вдох. Огромный шар красный горячий. Выдох. Маленькое зернышко граната. Вдох. Огромный горячий красный шар. Выдох. Маленькое зернышко граната. Вдох. Огромный согревающий горячий красный шар. Внутренним зрением смотрим. Визуализируем его. Выдох. Маленькое зернышко граната. К концу получаса начинаем это маленькое зернышко двигать вниз по средне-серединной линии. Как мы знаем анатомию человека. Медленно под руками его загоняем в пупок. Вот это наше место силы, куда мы загоняем всю энергию, которую мы сконцентрировали. И концентрируем маленькую точку красную, яркую. Закончили. Растерли рученьки, растерли. Точки лаугун горячие. И умылись этой энергией. Умылись. Ну, простукали себя немножечко, чтобы энергия не застаивалась. Простукали. И намасте нашему грандмастеру Цигун Сюи Ментану.